успехов, желаю тебе успехов. Сегодня в выпуске Metal Show я расскажу о звуках Incest в альбоме «Тени царей». На кассете, на диске и на фильм DVD. Смотри, будет интересно. Максим Вехов желает тебе успехов. Ты смотришь очередную серию Metal TV, моего Metal Show. Серия 207. Расскажу тебе о моем проекте Incest. В альбоме «Тени царей». Все, смотри. Сейчас мы с тобой перейдем с помощью машины времени. 98-й год. Вот. Итак, я создал группу Incest. Вот, ты можешь в нее вступить. 13 участников уже есть. Вчера я как администратор написал такой пост. Салют, Metalhead, сегодня 15 ноября, и я продолжаю рассказывать о своем третьем сольном проекте Incest. Третьим релизом данного проекта был полноформатный альбом «Тени царей». Сочинил я все партии инструментов в далеком 98-м году. Кстати, музыку написал на стихи Пушкина, Михаила Лермонтова и Паллада. Вот, но смог я этот дистлонгсплей записать лишь в 99-2000 годах, тогда, когда у меня было все необходимое для этого оборудование и инструменты. Кстати, все свои сольные проекты периода с 89 года по 2000 год включительно я записывал без помощи компьютера. Сорганил этот релиз, используя мастеровые электрогитары Юрия Бабкина и фирменные примочки Metal Zone и Zoom 505. Писал в линию. Вот, ну, через этот самый подключал сюда. Вот, хотел показать же, да. Вот, Zoom 505 я использовал. Ну, Metal Zone, да, ты уже показывал. Metal Zone, первой версии еще, тот древний. Звук, кстати, мне Адольф Юрий Волков, вот. Он уже рип. Он мне как раз и выставил вот этот звук, Zoom 505 в 2000 году, когда мы репали в 99-м, по-моему, или 2000-м, вот. Когда мы в 2000-м, я не помню точно, ну, репали, короче, мы на этом, как его, на интернете, вот, точно, да. Вот, писал в линию, тогда у меня был заводской бас Роден, да, вот, Роден бас такой вот у меня был, тоже такого же света, вот. Фирменными струнами Дадарио. Микрофон на данном альбоме использовал Philips CBC MD110 черного света. Вот, вот такой. Вот я покупал такой микрофончик, у меня был. Вот такой микрофончик, да. С переходниками всякими там. Для записи партии вокала плюс Zoom 505, да. Подключал к Zoom 505 и писал все на для эффекта, и все писал, конечно же, на Tascam. Вот сюда вот подключал, вот, короче, на кассету под Tascam Port 07, да. Вот это я сейчас буду слушать по сессе альбомчик. Кстати, вот пью водичку Мэшинская.
Я против бухла, как бы. Вот. Металлисты против бухла. Да. Осводил на кассетник фирмы «Маяк». Вот такой «Маяк» у меня был. О, 249-й. Затем отдавал, как всегда, Саше. Есть такой чувак. И он мне делал, оцифровал на матрице логотип, мне нарисовал мой друг Влад Сатан. Да, кстати, вот сейчас мы переходим вот к логотипу. Влад Сатан, да. Да, звук мощный получился, да. Потому что это шведский, шведятина. О. Ну да, использовал драм-машину Алиэсис, я тут забыл написать. Ну ладно. Надо будет найти фотку, тоже в следующей серии напишу. Вот. Так, да. Перепресс был выпущен мною как самиздат на кассетах и на аудиодисках лимитированным тиражом. Да. Да, ну, у меня не сохранилось, к сожалению, ни фото тех времен. Так, это я все показал уже. Кстати, реклама, да, вот. А ты купил всю дискографию Incest Ukraine? А? Купил? Нет. Покупай. 5 евриков за диск. При покупке всех 4 альбомов скидочка будет стоить не 20 евриков, а 18. Да, вот, вот, так, вот такая драм-машина у меня была, Алиэсис, да. Алиэсис HR-16, да, вот такая драм-машина была, точно, точно, вот такая. Точно такая, тут вот скорость менять можно было. Да, 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 вот такая драм машина. Все, нашел я. Вот. Так. Ну да. Стихи, кстати. Стихи, кстати, вот тут. Вот, с плачем родился я, Паллада. Сцена и шутка, вся жизнь, Паллад. Много тяжелых мучений несет ожидание смерти, Паллад. Таинственная дума, Михаил Лермонтов. Когда за городом задумчивым я брожу, Пушкин. И тоскующая тень. Это Пао. Пушкин тоже, да. Вот, вот, вот. Ну и тут инструментал «Черный свет белого царя» в начале был, альбом будет. И в конце там, вот, а ты купил всю дискографию «Инсес»? Викай, покупай. Так. Сейчас я покажу издание 2019 года. Это вот диск так выглядит. Incest Shadows of King. Тут на английском. Диск на английском, да. А обложка песни на русском и на английском. Ну, тогда я пел, я же объясняю, пел. Вот. Короче, картина это моя, я нарисовал сам картину эту, я вообще, ну, что, занимаюсь художествами, да, рисую вот такие всякие абстрактные картины. Раньше у меня было много рисунков, но опять-таки, блин, много было всяких, как там, у Цоя там немного, наподобие что-то. Хотя я раньше
до того, как нарисовал свои картины, свой, и вообще никогда не видел, а потом смотрю, он похоже, что-то сказать. Есть. Ну да, все вот такие видели. Уже резко, да. А там, ну, а это я нашивал там вот 2010, вот эти как 5 серий показывают там все. Вот это вот линии будут там, как вот это покажу, да. Альбом штук еще имеет нарисованы под всего. 6. Вот, вот так выглядит перед 2019 года. Это внутренняя часть. Да, а это стик, да. На стенку повесить можно. Вот. Ну, да, это я показал. Вот. Вот, ссылка на одну песню с данного релиза. Вот она. Тут она, вот Похотин уже, Саня, респект тебе. Вот кто еще, кто уже видел эту статью. Вот, Дмитрий Былый, Аксел Хьюлин, Артем Дробот, Александр Похотин. Ха, респект, чуваки. Дякую, что побачили уже. Вот, звук мощный, да, он офигенный. Аж по колонкам бьет, блин, по мозгам, блин. А соседи там в ахуе, блядь. Вот предыдущий альбом Инцеста, да. Ну, он, конечно, полегче, а этот мощный. Следующий, последний альбом Инцеста вообще мощнейший будет. Вот, кстати, респект чувакам. Вот Олегу Маруховскому. Вот, будет тут 70 гривен всего билет стоить. Ха! Не знаю, можешь пойти. Если может и пойду, посмотрим. По-настоящему Sonic Torture. Sonic Torture. Что за Sonic? Что именно Sonic? Блин. О, сейчас себе скопирую это. 12-е, 20-е. Надо было сделать это самое. 12-е, 21-е, 20-20. Полтавский шлях, где Фойд был? Ха, интересно. Может, пойду, не знаю, я еще подумаю, конечно. Вот, сейчас надо перейти назад. Так, что там дальше? Так, дальше у нас идет, значит, дальше. Ну да, полноценное издание я показал, какое можно купить за 5 евро. Вот такое издание. Тут 9 треков на 30 минут 8 секунд. Можно купить за 5 евро у меня, обратившись ко мне в личку. Есть на аудиодиске, Slim DVD, ну, Jewelbox. Где-то у меня есть там перепресс, я не помню где. Ну, имена обложки. Кассеты тоже были, ну, у меня их уже давно не осталось. Вот, так, значит так. Ну и, конечно, в цифровом формате Wave это очень я практикую. То есть, как я практикую. Об этом я рассказывал в предыдущих сериях. Позапрошлой серии, так точно. В конце, да. Вот. Напомню, Инцест, RIP. О репрессах смотри в новом выпуске Metal Show, номер 207. Ну вот, как раз этот выпуск, да. Вот, значит, показываю. Вот, Shadows of Kings, 98 года. Вот, значит. Неправильно. Так, кассета. Вот, кассета. NCA, Shadows of Kings. Ну, тут написано Black Metal. Pagan Black Metal тоже, блин, что попало, конечно. В этом смысле мне не подобается
отношение этого лейбла к стилям. Люди думают, что это black metal, а это ж не black metal. Вот, ну это большая подяка Сергею Молоху за то, что он мне помог, сделал оформление кассеты. Вот, сейчас покажу, вот она кассета. Вот эту часть он мне предложил сделать, а внутреннюю часть это моя авторская, ой, моя авторская, ай-яй-яй-яй-яй, моя авторская фотография, вот. Это я ее, короче, в телефоне. Вот. Сфоткал, не помню, где-то. Сейчас покажу. Вот. Ну, вот этом телефоне. Сфоткал на вот этот телефон когда-то давно. Вот у меня 5 мегапикселей. Вот. Тут есть Photoshop, короче, и с помощью него я сделал такую фотку и вот сделал потом вот так вот через фильтры там, короче, и через всякие примочки в этом телефоне, да. Сделал такое оформление жуткое. Вот. Тени предков, так сказать. Вот, это я показал, да, на кассету. Вот, на кассету я показал, покупайте, 6 евриков. Вот, это моя авторская кассета показал, то есть у меня нету на продажу. Так, и диск репресс покажу сейчас. Вот, репресс диск 8 евриков стоит. Вот, вот это я в косухе в 99 или 2000 году, да, оформление я делал, да, NSS, да, тут два альбома на одном диске, 10 тираж, 10 штук всего есть у двух человек, хочет один, да, ну это надо сюда добавить этот самый 8 евриков, вот цена. Вот, Incest 8, да, это мой проект, надо будет, компиляция из двух альбомов. Вот, сейчас покажу, вот он, как он выглядит, этот диск в реале, так сказать, вот он. Вот он, я в косухе, кстати, рядом с Ивушкой, напротив аптека управления, где мы боярышек бухали. Когда-то. Вот, когда-то боярышек бухали, а теперь вот пью Моршинскую, восстанавливаю печень, почки. Вот. Вот так вот выглядит диск. Тут два альбома, да. Показал, вот логотип. Кстати, классная татушка с логотипа. Да, ну и вот хотел показать, вот призрак, вот я, тетрадь моя, тоскующая тень, вот тут все, стихи, табы самодельные я тогда придумал, как мне там, это самое там, типа, 1.8, там, БМ, типа, ну, быстро-медленно, это типа средний темп, быстро потом, ну, короче, раньше я так делал, раньше табов не было, как бы. Вот. Вот, это я показал, да? Все это я показал. Вот тут можешь купить за 8 евриков. Ну это, конечно, Russia, да. Находятся диски. А у меня по 5 евриков всего, да. Ну что, вроде я все показал, да? Все. Ничего больше нового. Спать охота, уже 10 часов вечера.
Вот, я показал. Следующая серия будет посвящена проекту Торина Парт, потому что 22 ноября Торина Парт отмечает свое 21-летие. Вот. Очко. Он, да. Вот. Вот, 133 участника тут. Вот, выступление на 20-летие в клубе ЛФ. Салют Саенко, Илье, дякую за то, что дал мне возможность сыграть на твоей сцене в клубе ЛФ на свое 20-летие, да. Воспоминания, да. Вот, ну, все. Вот, моя страничка. Пиши сюда, вот мне, хочу купить то-то, то-то. И я тебе тогда алгоритм покупки объясню, покажу. Ссылки, в принципе, на все свои альбомы скоро будут на моем ютубе. Не все сразу, как говорится. Вот. Вот недавно, кстати, афоризм написал. Спят ужратые металлисты, снятся нам девки, упругие титьки и пиво бутылки, да. Вот, я не помню, тусы, читасы. Вот, да. Ну, вот. Канальчики, может, я двух, не знаю. Вот. О, про котов, например, давай. Тут я уже 4 месяца как про котов ничего не делал, потому что некогда. 73 просмотра всего. Ха-ха. Да. Тут вот про котов, короче, у меня видео. Подписывайся. Вот за уткой охотился, но не поймал кот. Утку. Там, по-моему, змея помешала, да. Змея там была. Кстати, у меня есть канал про змей тоже. Вот тут я снимал котов-хулиганов всяких. Фотки, видео. Вот 7 мая, да, разместил. Вот такой вот видос про котов. Проеблю котов и кошек. Да. Ну, посмотрите, короче. Просмотров мало, как бы стимула нету. Вот. Вот кися какая. Трехцветная собака испугалась. Кошаки, типа, он целуются
Лежу друга, да, тоже видео. Ну, в общем, подписывайтесь на мой каналчик. Вот. Так он выглядит. Все, желаю успехов, я Максим Ехал. Пока-пока.